Всем привет, с вами Селиванси Екатерина. Я вам расскажу, как стать директором Faberlic или в другой сетевой компании. Для этого нужно каждый день регистрировать людей и создавать движуху в своих WhatsApp-чатах. Не в Telegram, а именно в WhatsApp. WhatsApp-чат называем обучение и добавляем туда всех новичков своих. И те, кто давно зарегистрирован, тоже можно туда добавить. Сначала там будете писать только вы. Потом ваши лидеры и активные участники чата тоже добавятся, тоже будут там писать. Всем нравится активность в чате, быть в таком движении. Это мотивация, энергия. Они начинают включаться и работать. Вы можете Faberlic создать онлайн-бот, рекрутирующий. У нас есть такой инструмент. Запустить его, и рекрутинг заявки он будет обрабатывать автоматически. А вы размещайте ссылку на этот бот везде, в разных соцсетях. Тогда будут к вам регистрироваться люди. Пиарьте в Инстаграме, в Ютуб, ВКонтакте, запускайте в Таргет и так далее. Везде можно использовать, но этот бот примет все регистрации на себя. Все объяснит, все расскажет, все покажет. И вам не нужно будет проводить даже собеседование. Поэтому пользуйтесь автоматизацией. И по-другому директором не стать без регистрации каждый день. У вас не будет людей, у вас не будет товарооборота. А здесь платят за товарооборот. Поэтому только регистрациями каждодневными и созданием движухи в WhatsApp-чате, обучением своих новичков, вы станете очень быстро директором. Можно и за 2 недели стать директором, можно и за 2 месяца. Зависит от вашей активности и от вашего количества рекламы.